Нам еще надо много успеть, и о нас будут песни петь. Это сила нашей истории. Номер 17. Лара, они принимай, Лара. Даниил Печников. Номер 18 Дмитрий Ильин. Номер 6 Александр. Чтобы я там и делал, но... Хватит, подожди.
я приехал, ну, нахуй, с ебанчим обухом сюда, и вот с такой хуйней харик просто, блядь, сидел, пинал, и что, 10 дней, да, 10 дней. Так чё? Блядь, в рот, нахуй. Доводи уже, Сань, куда-нибудь. Оп, оп, шули. Такая, блин, Иди, Марюш. Он за штрафное, блядь, какая коленка? Вы что, о чем говорите? За штрафное, какая коленка? Так и тот мяч сюда. Нет, так он после эпизода его толкает. Вы что, не смеете? Ну, конечно. Ну! Александр Кличко, номер 11. Счет 1-0 в пользу команды «Динамо Петушки». Рука ебать. Все. Поведение, так не пойдет.
Ага, он это сказал. Вязники забил Никита Ефимов, номер 23. Имя со своим спортивным. Что? Да, ты врёшь, Никита. Ефим, ещё одну пулю. Снимайся, Артём! Нет. Один, Нет, он стоял на месте, шаг в сторону не делал, только нет. Да. Команде «Луч атлет» вместо 17-го Даниила Печникова играет Дмитрий Федоров, номер 11. А в составе «Динамо Петушки» вместо Виктора Тюдюнова, номер 22, играет Андрей Иванов, номер 13. В нашей группе уже 2-0, можно отпустить. Момент проводит. Спина.
Меланил, блядь. Ебать, ты видел это? Прям бочину там, желтым нахуй. За что? У него вторая, красная. Красная. Да? Только вот это сейчас. Только вышел. Ты что, играющий тренер? Внимание, уважаемые болельщики! Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны в команде гостей в футбольном клубе «Луч Атлет Вязники» Дмитрий Зотов, номер 13. В команде «Динамо Петушки» Никита Ефимов, номер 23. Ну это нет. Ой, нет, что, ебать, просто как бы. Идем, Саня, с машиной. Матч окончен. Со счетом 2-0 победила команда «Динамо Петушки».